Когда мы говорим о рыбном салате, то в голову приходит мимоза или селедка под шубой. И почти всегда рыба там консервированная, соленая или копченая. Мы же возьмем свежее филе. Будет интересно. Предлагаю вам узнать о том, как приготовить простой салат с лососем. В нем нет ничего лишнего, весь вкус забирает на себя главный ингредиент, а остальные лишь придают свежести и небольшой вкусовой оттенок. Готовится салат не только легко, но и быстро. Единственное, на что уйдет время, обжарить рыбу и нашинковать зелень. 1. В самом начале обжарьте филе с обеих сторон на разогретом масле, около 8 минут в общем. 1. В самом начале обжарьте филе с обеих сторон на разогретом масле, около 8 минут в общем. 3. Приготовьте заправку. Смешайте майонез, паприку, горчицу, кайенский и черный перец, соль и лимонный сок. 4. Остывшую рыбку разделите на небольшие волокна. 5. А затем смешайте все ингредиенты с заправкой. Салат готов. Приятного аппетита!